Сотни навесов на территории края не выдержали количество снега и рухнули. Под обломками остались захоронены автомобили. Для владельцев это принесло колоссальные убытки. Обычная страховка в большинстве случаев не покрывает такие расходы. Пользователи соцсетей задались вопросом, кто виноват и что делать. Эту подборку нам в редакцию прислал Артемий Утыра. Сочувствую всем пострадавшим. Возникает вопрос, кто виноват? Но учтем, что 99% навесов в частных домах изготовлены без проекта. Это косяк заказчика. Но природа в этом не виновата. Метр снега – это мало для навеса.